Всем привет! Гоняли с мужем на великах и докатили до Дома профсоюзов, напротив которого стоит потрясающий памятник башкирскому поэту, драматургу и писателю Мустаю Кариму. Памятник высотой 6 метров и длиной 15. В нем собраны образы из произведений Мустая Карима. Именем народного поэта Башкирской АССР названы улицы в Уфе, Москве, Казани, Алматы и Екатеринбурге. Также его именем назван театр, аэропорт и даже авиалайнер. Но мало кто знает, что на главном Кавказском хребте в Чегемском ущелье безымянному пику на высоте 3555 метров присвоено имя Мустая Карима.